新型舰炮万弹齐发，将来袭导弹拦截命中。конструкторского бюро «Панцирь МЕ». Ракеты летят уже не на 10, а 20 километров. И сбить их практически невозможно. Стартовый двигатель работает 2 секунды. Повышение боевой готовности при выполнении ракетной стрельбы РС-8. Структура комплекса не имеет аналогов в мире. Комплекс прошел испытания и был принят на вооружение в 1983 году. Он установлен на эсминцах проекта 956 типа «Современный». Разработка комплекса «Ураган» также была удостоена государственной премии. В 90-е годы под руководством главных